в нашем репортаже. Полным ходом шла подготовка к этому турниру. Ну и сборная России обязательно нас порадует. Сейчас посмотрим, как выступит словацкая команда. Начинается их борьба. Напоминаю, что сегодня утром уже прошла квалификация чемпионата Европы в произвольной программе групп. И наша программа «Шаманы» дала возможность сборной России набрать 95,5 баллов. Это уверенное лидерство. Для тех, кто только подключился к нашему репортажу, мы напоминаем, что основными конкурентками сборной России именно в группах являются команды Украины и Испании. Мы на 2 балла обошли Украину. Испанок тоже перегнали. И финал в этом виде состоится 4 августа в субботу. В полном объеме все смотрите на Матч ТВ, ну и также на наших других каналах холдинга «Матч». Ну что ж, мы видим, что словацкий дуэт очень старается. Небольшой сбой был в начале выступления. Небольшой рассинхрон, но я думаю, что это не станет ключевой ошибкой для них. Понятно, что этот дуэт бороться за призовую тройку вряд ли сможет, но порадовать своих поклонников, конечно же, словацкие девушки очень хотят. Зрители в Глазго благодарят словацких девушек за проявленный характер, волю к победе. Ну и посмотрим за оценками девушек.